Ladies and gentlemen, Mr. Mikhail Gorbachev, former president of the Soviet Union. Mesdames et messieurs, Monsieur Mikhail Gorbachev, ancien président de l'Union soviétique. Добрый вечер. Уважаемый господин председатель парламентской ассамблеи, уважаемый генеральный секретарь Совета Европы, уважаемые члены парламентской ассамблеи, послы государств-членов Совета, уважаемые дамы и господа, я очень признателен вам за приглашение на эту торжественную церемонию. И рад всех вас поздравить с юбилеем Совета Европы. Совет Европы был создан в первые годы Холодной войны и в полной мере ощутил ее ледяное дыхание. Но все-таки он не был ареной конфронтации. Заложенные в его фундамент ценности демократии, прав человека, верховенство закона – это подлинные общеевропейские и, в конечном счете, общие человеческие ценности. Перемены, начавшиеся в Советском Союзе в середине 80-х годов, охватившие затем страны Центральной и Восточной Европы, открыли для нашего континента перспективу строительства Общеевропейского дома как правового сообщества государств. Этот рубеж стал новым началом и для Совета Европы. Это был момент, когда перед европейцами действительно открылся уникальный исторический шанс. В этом я был убежден тогда, так я считаю и сейчас. Выступая в Страсбурге, я изложил наше представление о европейском единстве, как о процессе сотворчества всех наций, больших, средних и малых, и заявил тогда об уважении прав каждого народа на свободу выбора, о недопустимости любых попыток ограничить суверенитет государств как друзей и союзников, так и кого бы то ни было. Все сказанное тогда было не просто слова. Советский Союз подтверждал свои слова делом. Мы подтвердили их нашей приверженностью Хельсинскому процессу, конструктивной позицией на переговорах по сокращению и ограничению вооружений. Мы подтвердили их нашей позиции в отношении событий в странах Восточной Европы, когда они сделали собственный выбор своего будущего. Мы, и здесь я имею в виду не только нашу страну, подтвердили свои слова нашим подходом к германскому вопросу, что позволило решить проблему объединения Германии в соответствии с волей ее народов и с учетом интересов всей Европы. Все это изменило общий климат в Европе, и на саммите в Париже в ноябре 1990 года всеми его участниками была подписана хартия для новой Европы, которая открыла перспективу подлинного европейского единства. С тех пор в мире и в Европе произошли большие и во многом положительные изменения. В Совет Европы входит сегодня 47 государств. Россия является полноправным и полноценным участником деятельности Совета, формирования его повестки дня.
Но скажем честно, не все наши надежды и ожидания оправдались. В Европе до сих пор не решен главный вопрос – создание прочной основы мира, новой архитектуры безопасности. Напомню, что сразу после окончания холодной войны мы обсуждали создание новых механизмов безопасности на нашем континенте. Речь шла о Совете Безопасности для Европы или своего рода директории, наделенной реальными широкими полномочиями. Такие предложения выдвигались политиками СССР, Германии, Соединенных Штатов Америки. К сожалению, события пошли по другому сценарию. Это сказалось на деятельности всех европейских институтов. Пока в Европе остается опасность военных конфликтов, условия для деятельности Совета Европы нельзя считать благоприятными. В этом мы убедились в последние несколько дней, очень трудных для парламентской ассамблеи, для всего Совета Европы. Корень сегодняшних проблем в истории, прежде всего, в неправильной оценке событий, связанных с концом Холодной войны и распадом Советского Союза. В охватившем Запад комплексе победителя последовало скоро расширение НАТО. Все это затормозило строительство единой Европы. Вместо прежних разделительных линий возникли новые. В Европе прогремели войны, пролилась кровь. Сохраняются отжившие стереотипы и подозрения, о которых я говорил 20 лет назад. Россию подозревают в недобрых, даже агрессивных имперских намерениях. Европе навязывают дискуссию об ответственности за развязывание Второй мировой войны, пытаясь поставить на одну доску нацистскую Германию и Советский Союз. Такие попытки исторически и нравственно порочны. На Европе лежит особая ответственность за положение дел в мире. 20 лет назад я призвал способствовать преобразованию международных отношений в духе гуманизма, равноправия и справедливости, подавая пример демократии и социальных достижений. И сегодня именно в этом наш общий исторический вызов. Европейцы на протяжении веков не раз доказывали свою способность преодолевать кризисы, выходить на новые рубежи. Мы доказали это и 20 лет назад, когда история резко ускорила свой выход. Это было великим испытанием зрелости и мудрости европейских народов и руководителей. Тогда мы смогли вырваться из тисков прошлого, повернуть течение дел в мирное русло. За прошедшие годы в европейскую политику пришли новые поколения лидеров. На повестке дня старые и новые вызовы – безопасность, финансово-экономический кризис, экология, миграция. У меня есть ощущение, что справиться с новыми историческими испытаниями можно лишь на путях трансформации мировой и, прежде всего, европейской политики и экономики. Для этого потребует новой структуры. Это требует новой структуры европейских институтов. В дискуссии на эту тему прозвучало предложение президента России о новом договоре о европейской безопасности. Я призываю всех европейцев рассмотреть его непредвзято и конструктивно. В эволюцию европейских структур должен вписаться и Совет Европы. Это важнейшее. Европейская организация сможет реализовать свой большой потенциал, если будет оставаться верной своим фундаментальным ценностям, если не будет делить европейские государства на хорошие и плохие. 20 лет назад, обращаясь к собравшимся с трибуны парламентской ассамблеи, я цитировал Виктора Гюго, его знаменитые слова: «Настанет день, когда ты, Франция, ты, Россия, ты, Италия, ты, Англия, ты, Германия, все вы, нации континента, не утрачивая ваших отличительных черт и вашего великолепного своеобразия, все неразрывно сольетесь в неком высшем единстве и образуете европейское братство».